Так, кажется, здесь еще есть фонтан шоколадный. И вафлю. Семечки. Прикольно. Ну, как он здесь чёрт? Угу. Это классная, да, вещь. Тыщ, всё. Это для панкейков. Нет, здорово. Супер. Чуть вниз. Ой, ребяточки, всем привет. Я тут сегодня это. Отойди чуть подальше. Зафиксируй момент. Та-та-та. Огреться. Принимаю солнечные ванны. Это прикольно. Удобный такой уголь. Супер. Короче, я тут спать. На солнце. Меня не кантовать. Вот так. Слушайте, очень удобное кресло такое. Потому что не качайся. Тоже у меня такой, это, не мелкий. Сел, качается. Не, ну, прикольно выдерживает. Не, просто я здесь видела, здесь по двое, по трое сидели. То есть, как бы, суммарный вес-то, наверное, больше даже, чем мой был. Здесь где-то около 200, может, чуть больше. Угу. В противном случае здесь было бы это, ограничение, да? А, писали ограничение, здесь он, видишь, как даже не растягивается. Да? А, здесь как пружина? Да, две. Прикольно. Ну, прикольно, садишься, глаза закрываешь и прямо это. Меня не кантовать, да? Только надо солнечные очки. Всем тут развлекаемся. Пойдем. Вот это вот, конечно, да. Ну, это как, не знаю, ротанг, не ротанг, что это такое? Это проволока. Проволока? Да. А что ты хочешь? А вот здесь нет. Здесь просто металлическая конструкция, вот эта, она помогает вот это. Пошли, проволока. Бежит. Да. Или что, тебя тоже не кантовать? Да. Пошли. Ты здесь остаешься? Будешь принимать солнечные ванны? Будешь равномерно поджариваться, да? Да, как курочку горим. Давай, курочку пошли. В гнездышко. Хоть не бить. Нормально. Нормально, нормально. О, собираемся. Крещение. Сейчас будем купаться. Наше сегодня крещение. Кстати, всех с праздником. Вот. У нас ответственная роль. Вована готовится морально. Да. Это, конечно, вам не в проруби. Это более идеальные условия. Но все же водичка достаточно прохладненькая. И вот у нас Вован вызвался как герой. Говорит, я сейчас пойду. Буду окунаться за нашу семью. А мне, как это, страдающему больному человеку, можно будет это в бассейне, в тепленьком. Ну, я тоже хочу немножко понырять. Все, идеальный мой красавчик. Чтобы не обгорел. Да люди с тобой, видишь, в проруби. А у тебя идеальные условия. Все. Помазала, пошли. А нос? А нос. Давай, вот у меня как раз на руке осталось. Ой, и нос тебе помажем, и мордаху помажем. Пойдем. У нас, кстати, выпуски выходят с небольшой задержкой. Ну, так как у нас идет крещение 3 дня. Вот. Так что все это актуально. У нас сегодня 19 число. У вас, наверное, уже 21. Вот. Сейчас он лежала, изучала вообще устройство связки. На опять хороший ролик попала. Вот. Смотрела, как работают эти связки. Получается, операция мне не нужна. Я не профессиональный спортсмен. Мне такие условия не нужны. Вот, что там было. О, тут вон целая группа этих ныряльщиков. В теплом бассейне. Можешь сказать, они это тоже ныряют. Но. А мы на морешку. Море, море, море. Не, я в море нырять не буду, потому что все-таки это побаливаю немножко. А Волан за вашу семью да, постоит, да, понимаешь? Пробуем, ну что, намазано. Намазано.
Вот здесь вот, хочешь? Все. Хочешь, можно вот здесь, она прохладненькая. Тут смысл-то в том, чтобы, понимаете, вот принять, так сказать, очищение смысл-то через испытание. Что? Нет, нужно сначала воду перекрестить, потом с маму туда. Ну давай. Все. Как, все как ты хочешь. Я человек не сведущий, ты же мне постоянно говорил, что я ходил, купался в проруби. Здесь, конечно, не прорубь, ты меня прости, что увезла тебя из суровой России. Ты так хотел в проруби. Он говорил, блин, вот все. Впрочем, всё. Там ледяной дождь. Да? Yeah. Вот. Ну, проруби, конечно, я тебя обеспечить тут не могу. Вон, но в прохладный этот... Вон, видишь? У него тоже течение. Да? Ладно, давай не будем шутить на эту тему. Не надо. Тут вчера смотрела, короче, этот ролик мне попался. История уже давняя, год назад была. В Санкт-Петербурге, в общем, группа людей сделали самодельную прорубь. Снимали все это дело на камеру. Так, в общем, девушка, мать двоих детей, вот, прямо снимает ее, она прыгает в воду, а там была река, попадает. Там течение было. Ее унесло под лед. Все. Ее пытались спасти прямо на камеру, там дети орут, там, вообще, короче, капец. Жуткая история, вот. И в итоге ее нашли на 9-й день, выловили. Вот так вот иногда заканчиваются такие вот, скажем так, обряды. Вот, так что здесь нужно быть осторожным и, как говорится, быть в таких, знаете, местах, где для этого оборудованных. Вот. Сейчас Вовка полотенчик возьмет. Что-то сначала говорю, иди вон с пирса. Говорит, а вдруг у меня там сердце от холодной воды зайдет там или еще что-нибудь. Ну да, я тоже так подумал, нафиг надо. Пускай вон с морюшка. No, thank you. Он говорит, не хочу на кабану, хочу показать. Ну когда? В тени одно это. Ну, давай искать. Вот я. Подожди. А вот это вот, во. Вот, давай вот это вот, во. Мне чуть-чуть отодвинуть, нормально. Во. И не очень далеко. Будешь тут? Ну, вот сейчас. Да, и все. Давай вот здесь. Да. Ноги подогрей. Давай. Интересно, кстати, было здесь что? Нашлись люди. Не нашли. Давай, двигай, да. О. А сам заграй, да. Нет, солнцем. Ухаживают за нами. Вот так вот. Я обгореть боюсь. Вон эти ухаживают, все делают. Красота. Подбивают. Все вот такой сервис. Там вон ребята в волейбол играют. No, thank you. No. Good. Не, не надо. Все хорошо. Пойдем. Пока мы заряжены. Ну что, let's go. Давай, спортсмен мой. А что? И чё? А ты сейчас типа не будешь голым? 18+. Всё, ребята, давай. Это Спарта! Пойдем окунаться. Дубак. Ну погрейся сначала, постой. Вода здесь хорошая, нормальная. Да, прохладно. О, кораллы, фига себе. Походу, здесь кто-то собирал. Кораллы. Сейчас вон, готовлюсь снимать Хавану. Давай, гулять по воде. Ой, здесь прям вообще отличный песочек. Давай, вон, крещение. 3 дня тебя нырять будем. Не прорубь, конечно, но все же. Я понимаю. А понимаешь, в проруби так там вообще мороз. Так что тут еще идеальные условия, можно сказать. Иди. Гулять по воде со мной. Достаточно, давай. Ныряльщик. Вов, ну я не могу с тобой так далеко идти-то. Значит, намокну. Ой, уже далеко, как зашел. Подожди. На меня повернись. Ну повернись ко мне, Вов. Я тебя прошу, повернись ко мне. Давай. Давай. На меня повернись, пожалуйста. Вова. Повернись давай. Ты звезда. Ты звезда. Что, не мешай. Ну, подожди. Ну я сейчас обойду, значит. Тебя. Подожди. Ой, что за человек такой?
Я, понимаешь, оператор. Давай. Здесь уже камушки. Так, ну что, давай на счет три. Так, у нас крещение. Давай, Вова. Раз, два, три. Давай. Куда ты пошел? Стой ты там. Что ты? Вот ты на меня повернись. А вот стой там. Не мешай. На меня повернись. Стой там и не мешай. Все, давай. Стою и не мешаю. Только на меня повернись потом. И не, мешать не буду. Я вернусь, когда надо будет. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Перевернись на меня, блин. Крестится там. Давай. Там воду надо покрестить. Честно, я особо в этих делах не разбираюсь. Ну давай. С головушкой. Давай. Крестимся. Крещение в Египте. Давай. В море. С головой давай. С головой. Ныряй. С головой. Ныряй с головой давай. Раз. Перекрестись. Ну. Давай. Надо тебя вон все-таки с этой, с пирса. Тут ты не окунаешься. Окунаешься. Давай, давай. Во, молодец. Так надо три раза, вот именно с головой. Давай, первый раз был. Давай, раз это был. Давай, второй раз. Ты три раза было. Нет, два. Это с головой надо три раза. Нет, давай, не давай. Ах ты, ах ты. Ладно, засчитано. Часть. Молодец. Да, да, да. Видишь, не выполнил. Это. Чего? Первую степень. Зажарки? Первой степени зажарки курочки гриб не выполнен. Не, ну здесь, знаете, сейчас стоял вообще, да, нормально. Я просто не хочу, потому что это болею сейчас немножко. Вот так я в водичке постояла. Холодненько. Не, вода, кстати, прохладная. Я говорю, я еще тот морж. Поэтому я сейчас пойду в бассейн. Там, в бассейне буду. Чтобы в море тяжело. Хотя вот я вот стояла по колено. Кстати. О, в воде. Ну, молодец. Давай прямо здесь вот. Ляг на воду. Ты прям такая холодная, что ли? Там да. А, вот здесь потеплее. Ну вот сядь вот тут вот, давай. На корточке. Ты у нас работай, работай. Работай сама. У тебя, кстати, вот эта штучка твоя пройдет. Как псориаз, вот эта штучка твоя красная. Вот, псориаз так берешь. О, давай, вот тут нормально, да. Шикарно, да? И ложись. Ложись. Я уже лег. Не, ну в смысле, с плечами. А, да, да, да. Давай, 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 это Спарта. Это... Спарта. А жопа все равно уже мокрая. Я думаю, так же посидеть-то. Так же в водичке. Не, кстати, вот здесь прямо стоишь, прям тепло. Вон даже рыбка есть. Прикольная. Вон тоже вон, женщина. Раз, два, три. Видишь, твой пример заразительный. Вон там девушки тоже окунаются. Молодец. Мы сейчас болеем. Нельзя. И так-то вон героически поступил. Я хотела вот там вот поснимать, вот сухонькой быть. Нет, не пойду с пирса, да? Да. Не пришлось вот самой заноситься. Да так. Хотя он себя, девочки, бил в грудь. Ой, здесь прям вообще горячее. Тепленько. Хотя он себя бил в грудь. Да я в России, прорубь. Я помню, 2 года назад, когда еще работал, он на сутках был. Я бы с удовольствием. Я бы прям вот. Ну, я работаю. Могу. Я говорю, сейчас у тебя идеальные условия. Море теплое. Некоторые там мороз, у меня смотрела там женщина. В Казани по здоровью. Ой, у тебя какие у тебя. Чего у тебя сердце? Какой... Вот какие у тебя протёпы в Казани? У тебя сердце нормальное. Печень.
Печень не противопоказание. Противопоказание. Нет. Нельзя колот. Печени? Да. Глупости не говори. Вот глупости говоришь. Слушай, я вот здесь постою прям вообще хорошо. Вот здесь прям теплая водичка-то хорошая. Ну, какие-то вон ракушечки я вижу. Есть мелкие. Он прям со стаканами заходит. Так вот. Не, многие просто стоят. Купальник что-то такой? Холодно. Шортами? Не, ну холодно, да. Не, ну так когда на солнышке стоишь, нормально. Когда вроде двигаешься, вроде как, не замечаешь, что стоит. И все равно переохлаждение есть. Холодная она. Правильно, прям мочи его давай, крести его. Возьми побольше, блин. Крести его. Прям в стакан. Да, вон я сейчас Вовку окрещу. Так, подожди, у меня нога. Ничего. Крестим мужа. Крестим ногу. Крестим ногу. Так, вон она. Вот так вот мы тут развлекаемся. На море стараемся каждый день ходить. Все, Вовка, грейся. Молодец. С головой. Уж сколько выпендривался, я не пойду. Не буду. Сама выпендривал. Ой, а как он меня заливал до этого, девочки, в России? Ой, меня заливал. А как Заливочка. Ты заливал? Чего я заливал? Рассказать? Давай. Чего я тебе заливала? Кто заливала? Я ему тут это сказала, и он мне сразу свой... Выдал ему козырь, и он меня этим козырем. На. Даже не козырь. Это я просто ляпнула. Просто ляпнула. А, слушай, она еще выше может подниматься. Да. Кто это еще выше-то? Я еще хочу выше. О, вот так вот. Отлично. А она не держится, кстати. Да? Так что ты зря подняла ее. Опускай ниже. Так? Нет. Ну поправь. Не держится. Как она была, так и... Надо ее оставлять было. Все, пускай. Так вот, да? Максималка? Все. Жок. Это последний. Так что так. Так. Да не, вода нормальная. Вот честно, если бы я не болела, я бы, наверное, все-таки окунулась. Хотя, с другой стороны, знаете, может быть, это здоровье принесет. Сейчас полежу, может быть, согреюсь. Может быть, все-таки тоже сама искупнусь. Чуть-чуть, хоть это, по горлышко. Сейчас Вован тушится. Не, Вов, наверное, я все-таки схожу тоже. Окунусь. Я с головой не буду. В бассейн с головой. Не, не в бассейн с головой, я тут хочу в море. Я дойду все-таки, девочки. Я вот как-то вот, знаете, вот я готова. Да, готова. Да, я морально подготовилась. Я увидела на твоем примере, что это не страшно. Да. Живой остался. Никуда тебя не уволокло. Не, ну вообще, знаете, вот очень многие, вот говорю, вот страшные такие случаи бывают. Что на самом деле люди пытаются как-то вот... Случаев, чтобы не было, нужно там, блин, в прорубь идти, где, блин, ну да. Ну, либо хотя бы вот в стоячей воде. Там вот этот короб есть, когда? Ну. Тебя никуда не унесет. Там, кстати, прежде чем эту прорубь это вырезать, ее этап след внизу. Водолазы очищают. Если там грязно какие-то эти есть. Потом ставят этот короб деревянный. Потом приходит батюшка, освещает это. Потом уже купаются. И там глядят, там спасатели, блин. Чтоб с тобой ничего не случилось. Ты окунулась, вошла. Три, блин, раза. Раз, два, три. Вышла. Это тут же обтерлась полотенцем и в теплую палатку. Там одеваешься и идешь в соседнюю. Там это, да, и чай. Это с травами. Я не знаю, у меня, знаете, такое ощущение, просто когда в холодную воду, как будто вот сердце заходится. Знаете, вот ты прям вот то ощущение, что сердце заходится. То есть это есть вот противопоказание. Ну и говорят, что это противопоказание, калковое сердце какие-то, там, по-моему, противопоказания. Желудок, у кого там больной и так далее. А-а-а. Печень, да. Но желудок-то с какой стороны? Пофигу. Почему желудок-то? Не знаю я. То, что переохлаждение идет. Организм, это стресс. Большой стресс. Хочешь что-нибудь? Фу, будешь? Чай, конечно, с травмами, то вряд ли. Но пиво можно. Турчти, да.
Не знаю, что-то я приболела. Так на море, может, полегче стало. Ну, хорошо здесь, все равно. Уж, Вов, вот не сравнивай. Ты говорил, ты был готов быть в проруби, в мороз. Ты говорил, ой, когда мороз, так это вообще шикарно. Вода плюс 2, обалденно. Да, там... Здесь вода плюс 20. Чё? И ты... Старый стал. Старый стал? Ну, хоть признаешь, да. Отмазку. Стар стал. А что, 2 года назад был молодой, что ли? Да. Так я на работе был. Ты помни, меня так... Ох, я бы сходил. Но вот работа мешает. Да. То, что я помню, когда сука не видел. Не знаю, в этом году он ходил, нет. Он это ходил в последнее время все это. У колодца, где набирали воду. Там батюшка приезжал, освещал этот колодец. Потом все люди набирали воду. И там же прямо и обливались. Около колодца прям. Достаешь дро и сверху. Не, я-то мерзлячка. Я, как говорится, себя в грудь-то никогда не била, что я такая-сякая, там, пойду. Вот, я сразу говорила, я боюсь. Мне страшно, я плавать не умею, это раз. Во-вторых, как бы, ну, я холода боюсь. Я вообще не морж. И он, видите, как это раз, и все. А я считаю, стресс для организма. Да. Почему? Ты, блин, в тепле, на улице холодно. Mm. А в воде плюс 2. Ты, считай, окунаешься в воду, плюс 2. Mm. Это уже стресс. Ну, это, да, считай, как переохлаждение. Ну, а здесь у тебя какой стресс? И вылазишь тоже так. Здесь у тебя какой стресс? Такой же. Там холодно. Там холодно? Ты же не знаешь, сколько там сейчас? Ну, она реально холодная. Я понимаю. Но... Надо. Все-таки мы это православные, как бы. Хотя тут, мне кажется, выбор все-таки каждого человека. Каждый сам выбирает. Да. Вот у них тоже так же. У них же, наверное, такого обряда нет. Традиции, скажем так. Это традиция, да? Не, ну я говорю, вот сегодня видела вот этот ролик, когда женщина просто, представляете, вот она причем, она не окуналась. То есть надо окунаться. Она просто вот так раз и как это, топориком. И там река, видать, ну, знаете? Фото сегодня. Да там не фото, там видео прямо. Я тебе говорю фото, и ты видела, как это... Да, да, да. Там оборудовано, делать. Там все нормально. Вот. Ты заходишь по пояс. И, кстати, знаете, каждый год это дело, каждый год происходит. К сожалению, люди вот гибнут из-за своей же глупости. Так что правильно песни поются. Губит людей не пиво, губит людей вода. Ну, это не смешно, конечно, но все же. Что нужно в этом деле быть последовательными. Как-то так. Вообще, где очень много верующих, это в деревнях далеких, там также делают такой же помост. Вырубают прорубь, делают помост, вот этот вот, по которому ты идешь. Там же доски под ногой у тебя. У тебя не дно, доски. Чтобы было все по стандартно. То есть 1.50 м ты опускаешься и вылазишь сразу. Ну да. Так что вот. Воскрешение 3 дня. Так что будьте осторожны. Что, я решилась. Я тоже хочу. Понимаешь ли? Сегодня вот день такой, который надо. Может, мне наоборот легче станет. Окунусь. О, народ-то, смотри, сколько повылазило. Никого не было, о, народ повылазило. Слышишь, говорю, никого не было же, да? И тут на тебе. Все пошли нырять. Ну что, пойдемте. Говорю, Вовка, давай фиксируй. Я, понимаешь, такое... Да, я должна это зафиксировать. Я должна это запомнить для истории. Ой, после... Тепленького сейчас лежала. Кстати, знаете, чем больше греешься на солнышке, тем холоднее сейчас вода, да? Как дома, смотри, каяк прикольный. О, мужик тоже, смотри, видишь, с головой раз. О, тоже. Наш, видать, свой. Во, смотри, раз, второй.
Раз, тоже, видишь, смотри. Ну, может, всех особенностей. Третий раз, смотри, раз, и все. Вот, так что тут сегодня, понимаешь ли. Ой, пошел. Три раза. Значит, все верно. Он же не присутствует, а должен. Ладно. Я без головы, девочки, потому что, ну, блин, мне сейчас нельзя. Потому что я так болею. Ладно, пошла. Так, ну что, ребята, крещенские купания. Ребята, всех с крещением, праздником. Ну что, это было классно. Вода действительно, кстати, теплая. Конечно, вот стоит перебороть вот это вот свое состояние. Да, вот здесь прям вообще постоять классно. Стоит перебороть свое вот это вот состояние, и нормально. Вот. Так что приезжайте в Египет. В принципе, я думаю, через месяц-два здесь еще будет теплее. Солнышко греет. На солнышке прям жарко. Пойдем мы в басик, немножко там посидим. Все. Да, басик, короче, весь занят. Даже вон это, даже кресло занято. Здесь вообще нет лежаков свободных. Даже некуда кинуть вещи. Вот так вот. Ой, вот это грустно. Потому что один единственный подогреваемый, все его оккупируют. Не, ну он прям тепленький, конечно. Сейчас надо полоснуться и в басик все-таки загрузиться.